Дагестанские вольники стали лучшими на международном турнире памяти Ивана Ярыгина. Гран-при в Красноярске завершилось накануне. На счету борцов из нашей республики 6 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей. Вне конкуренции в своих весовых категориях были Абазгар Джимагомедов, Курбан Шираев, Азнаур Таваев, Ахмед Усманов, Магомед Шариф Биякаев и Магомед Хан Магомедов. Напомним, что в прошлом году наши вольники выиграли на мемориале Ярыгина только 3 золотые награды.